Вечером в парке культуры и отдыха для жителей и гостей города прозвучали песни в исполнении лучших творческих коллективов Артема. Танцоры завораживали своими необычными костюмами и постановками. Заслуженный коллектив Приморского края, образцовый хореографический ансамбль «Артграция» был, как всегда, на высоте. Гвоздем программы стали гости из Поднебесной, прибывшие на праздник при поддержке администрации Артемовского городского округа и продемонстрировавшие свои национальные танцы. Все зрители по достоинству оценили выступление артистов и признались в любви к городу Артему, которому исполнилось 86 лет. С праздником, наши родные артемовцы! Дай Бог здоровья всем, и чтобы были счастливы в этом городе, и не бросали его, работали, счастливо жили, детей поднимали и любили все. Была работа, кто хочет работать, и все, кто не хочет, пусть отдыхают, естественно. Вот. Хочу пожелать, чтобы у нас было все очень достойно, чтобы не было таких некрасивых ситуаций. Вот. Здоровья, здоровья, здоровья всем, всем, всем. Как можно больше, чтобы людей было счастливых, веселых. Я люблю город. Это город моей юности, детства и юности. Я очень люблю его, потому что он самый светлый, самый красивый, самый чистый и самый ровный город. Желаем удачи, процветания, оставаться таким же красивым, замечательным. И чтобы он процветал и процветал с каждым днем. И главное, мира во всем мире. По словам присутствующих, концертная программа была насыщенной для людей разных возрастов. Зрители, в том числе приморцы, увидевшие концертную программу в сети интернет, выразили огромную благодарность организаторам праздника. Аплодисментами встречали фаер-шоу и шахтерский костер. Все от мала до велика искупались в воздушной пене. Завершилось грандиозное мероприятие праздничным салютом. Юлия Искуменко, Иван Петров, Денис Надельный, Данил Коровченко, Егор Бондаренко. Городские новости, телеканал «Лента».